Полторы сотни первоуральских детей и подростков присоединились ко всероссийскому проекту «Вызов первых». В течение нескольких дней его участники проходили спортивные испытания. Подробнее о командных соревнованиях в нашем сюжете. Подбородок выше перекладины обозначить. То есть сделали, развернули руки полностью. Руки не остаются согнуты. Кисти рук должны быть на ширине плеч, а ноги выпрямлены. В этом испытании школьникам предстоит подтягиваться по очереди. Соревнования проводят по классическим правилам лесенки. С каждым подходом количество упражнений увеличивается. Тяжеловато. Особенно последние разы, последние повторения. Руки уже забиваются очень сильно. И это очень сложно. Меня подбадривала команда моя. Я просто хотел заработать больше баллов в копилку, чтобы наша команда выиграла. Воздушно-силовая атлетика – одна из дисциплин всероссийского проекта. На протяжении 4 дней юные активисты первичных отделений движения первых проходят испытания муниципального этапа соревнований. Вызов первых – это спортивный проект, направленный на развитие физических качеств, но при этом здесь еще идет у нас командная игра. То есть это не индивидуальный вид спорта, это работа в команде. Здесь нет такого, что я самый лучший, да, здесь работает команда. Как команда сработала, такой результат и получит. Почувствовать командный дух участники могут в популярной игре «Вышибалы». В этой игре команда должна работать слаженно, чтобы победить. Выбрать тактику, вставать по углам, уворачиваться от мяча, кидать мяч со всей силы в ноги. Бесконтактное регби, челночный бег, прыжок в длину и упражнения на гибкость. Участники вызова первых проходят около 10 испытаний. Одно из самых сложных – планка. Необходимо удержать вес своего тела на руках, локтях и пальцах как можно дольше. Восьмикласснику Максиму Юровских дается это непросто. Трудности уже пошли после 2 минут. Начинает просыпаться характер, ты стоишь в планке уже не из-за твоей физической силы, а больше из-за твоего характера, что тебе нужно выстоять, вывести твою команду вперед. Как отмечают судьи, результаты участников соревнований впечатляют. Результаты сегодня у детей отличные. Многие выполняют результаты даже лучше, чем в нормах ГТО. Вот я стою судейством на скакалке. По скакалке могу абсолютно точно сказать, что 30% из них выполняют нормативы намного выше. Всего в спортивном проекте «Вызов первых» участвует 150 юных первоуральцев. Сегодня в торжественной обстановке награждают призеров. Ученики школы номер 6 становятся лучшими сразу в 2 возрастных категориях. В 3-й – спортсмены из 7-й школы. Всем призерам вручают дипломы, статуэтки и брендированные подарки. Мы очень рады нашей победе в старших категориях, в младших категориях. Наша команда очень хорошо сплотилась. Мы не зря назвали нашу команду «Сила воли», так как мы были готовы к этим соревнованиям. Мы делали все возможное для того, чтобы выиграть, и мы с достоинством приняли вызов первых. Весной победители представят наш город на областном этапе всероссийского проекта, а движение первых продолжает объединять талантливых молодых активистов Первоуральска. Дмитрий Соляков, Денис Храмцов, новости Первоуральск.